Всем салют, мы продолжаем играть в Rocket Birds. Я пытаюсь... Это начало, практически начало 10 главы. Я пытаюсь тут пройти по крыше. Но, блин, все-таки мне кажется, что понизу как-то там можно было бы обойти. Просто я недостаточно крут для этого. Эп. Ну, наверное же, как-то можно там... Блин, ну ладно. Ладно. Тогда мы идем, короче, по крыше. Куда-то вперед, вдаль. Будем катиться. Так стрелять, чтобы никто не успел меня ни разу стрельнуть. Так, сейчас походу будет жирный, да. О, беги, 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 беги. Блин, у меня вообще нету хп. У меня реально хп на один удар. Как я могу его расстреливать? Беги, 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 беги. Беги, беги. Вот, никак, никак. Беги, 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 беги. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нет, 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 вверх, 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 вверх. Вот. Сейчас он вниз, короче, упадет. Нет, он не упал вниз. Почему он не упал вниз? Вот так тоже неплохо. Тоже нормально. У меня реально хп остался на одно попадание в меня, и все, я труп. Мне надо срочно аптечка. Просто очень срочно. Очень-очень срочно. Воу-воу-воу-воу-воу. Чё? Чего меня пугаете, ребята? Хорошо. Договорились. Аптечка, слава богу, и патроны. Воу-воу-воу-воу-воу, беги-беги-беги-беги-беги. Беги. Беги. Беги-б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 еги. Я понял, надо, короче, их вот так вот опрыгивать, оббегать, и все будет четко. Они что, так и будут идти? Аптечка. Патроны. Ага. Сейчас они меня должны типа пустить. Все, впустили. Круто. Какие-то диалоги такие ни о чем. Революция! Ну, круто. И. А, понятно. Значит, ничего. Что с этим парнем я смогу сделать?
Я могу захватить его разум? Или нет? Ну, вот так вот, по идее. Вот идеально, просто вот у него... Да, я захватил его разум. И не знаю, что я могу это... Открыть эту дверку, и все. Я могу вверх, кстати. Ага, больше тут ничего, интересного и нет. Хорошо. Ага, и тут дверка сама открывается. Ну ладно. Подожди, подожди, вот тут я еще не был. Так, подожди, подожди, подожди. Там снизу просто были какие-то патроны, да, по-моему, и аптечка. Ага, ну они пусть, ладно, пусть они будут тогда. Сейчас я с этими повоюю. Походу. И тогда они мне понадобятся. Вот. Да, они мне уже надо. Все, да? Ага, ну ладно. Ну, наверняка сейчас я опять вернусь, и опять будет новый какой-то пингвин, но все равно аптечка и патроны мне нужны. А вот это круто. Это у меня типа усовершенствованный автомат. Я могу идти по низу либо по верху, да? Ага, я могу же вот этого типочка взять под контроль. Наверное. А, я не успел. Не успел. Меня надо ждать, пока он вернется. Сейчас, я его заспамлю вот этими вот штуками, чтобы я точно его смог. Вот. Ну давай, батл. Ну и пока. Но аптечка мне пока что не надо, так что я ее юзать не буду. Так, посмотрим, что тут слева. Ага, слева ничего. Значит, идем направо. Там табличка, надо бы как-то ее взять. Вот как я ее могу взять? А может быть, я могу ее типа подорвать, и тогда она мне засчитается. Ух ты! О, Пуци! У него даже это, типа, барьер, чтобы я его, типа, не коцал. Ух ты, ух ты, ух ты. Круто. Аптечка. Воу-воу-воу-воу! Не туда! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Да, патроны бери, хотя бы патроны.
Воу, 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 это вы вообще, короче, ребята, загнули. Да, стой ты! А ему, короче, вообще пофиг на мои гранаты. Еще будут волны, да? Блин, они меня убили, ну я же прыгал, у меня почти получилось. О, хорошо. А, то есть я начинаю именно с четвертой волны. Ой-ой-ой, я не туда, не туда. Стоп, стоп. Да ну! Да, вы серьезно, ребята? А ну да, таки сложно, четвертая волна. Хорошо. Вот так вот мы, короче, их заспамим. Да, а я умный. Ну, не знаю. Может и нет, но хитрый. Вот так надо, короче, заспамливать вот эти вот. Я не ту кнопку нажимал. Опять, короче, спамим эти гранаты. А, все, они уже уходят. Они уже уходят. Не будет больше волн. Окей, юзаем эту штуку. Мы налево можем уйти? Посмотреть, что там. Нет, не можем. Значит, нам надо идти направо. Хорошо. Ип. Бежим за Пуцки. Даже написано Пуцки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, пацаны, вы чего? Тихо-тихо-тихо. Блин! Ты жесткие ребята, реально жесткие. Окей, ну это сложно, начинается что-то сложное. Минус один. Эй-эй-эй. Минус второй. Минус третий. Патроны берем теперь. Окей, идем дальше. Вообще внезапно. Я просто не ожидал, что там будут такие серьезные ребята стоять. Ага, красная карточка. А где мне взять красную карточку? Это они на что намекают? Где мне взять красную карточку? Я слышу шаги. Окей, опять начинается тупняк. Мне надо что-то где-то взять, сделать, но я не понимаю, что, где и как. Ну я ж туда ходил, там ничего нету. Все было немножечко не так. Все было немножечко сложнее. На всякий случай открою эту дверь. Зачем-то. Ну теперь-то я смогу пройти. 100%. Да. Я думаю, будет заставка какая-то опять с музычкой. Мне так нравится тут музыка. Почему он блестит? Ну ладно. 11 глава. Ух ты.
Вот так вот. О, он спрятался, типа. Они могут тоже прятаться? Ну, нихера ж себе. Я не знаю, что они могут прятаться. А, тут мне надо вверх, хорошо. Все сложно. Все сложнее и сложнее. А, ну я туда не могу, я понял. Хорошо. И сюда я не могу, значит мне надо вниз. Что происходит? Вот, наверное, они хотят, чтобы я сделал вот так вот, да? Наверное. Вот так. Да? Ага. Тоже вариант. Дверку. Нет, 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 нет. Нет. Я думал, это оно дверь открывает. Оно мне надо. Что? А, вот, вот. Уже нормально вверх идет. А, это все равно нет. Все равно нет. Мне надо еще одну на нее поставить. Ага, а я могу ее вниз, типа, спустить? Нет, не могу. Ага. Я понял, хорошо, а ну сейчас я попробую тогда так. Стоп, 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 стоп. Вот так вот. Вот. Ага, мне все равно надо еще одна. Мне надо еще одна точно так же сделать. Хорошо, я понял. Без проблем. Как-то они так интересно замудрили. Я могу сюда пройти. Ага. Так. Мне стоит взять вот такую вот штучку. Ага. Идем дальше. Но пока я могу, я лучше им буду ходить, чем с собой. Конечно же. Но это, наверное, бессмысленно, потому что они будут появляться снова и снова. Да, нет. Сейчас посмотрим еще раз. Вниз хожу, посмотрим, что тут. Оу, как интересно. А если направо? Оу. Блин, тут все стало очень запутанным. Все очень. Тихо, не в ту сторону. Норм. Тихо, тихо. Короче, все, они убили меня. Ладно. Ага, они сюда поднимаются. Ну нифига себе, они сами поднимаются на это.
на лифте. Ага, ну да, да. Тут я ничего не могу сделать, значит, мне надо вниз. Мне надо тупо вниз что-то решать снизу. Справа. Справа тут я ничего не могу такого. Мне надо это делать слева. Жучок закинуть. Там ничего нету, хорошо. А, это я отсюда пришел. Ага, я понял. Я понял. Хорошо, значит, мы убиваемся. Аптечка мне пока не надо, красную карточку я возьму. И патроны мне не надо. Теперь мне это не надо, я могу сделать просто. Просто. Нет, зря я это сделал. Блин, я разрушил всю пирамиду. Я не хотел. Хотя мне надо была пирамида. Да, блин. Ну давай еще раз вниз. Все, мы с вами тоже разобрались, да? Все, тут дверку я тоже открыл. Это классно. Теперь мы идем сюда. И что у нас тут? О, табличка. Есть табличка. Я знаю. Я знаю, наверное. Стоп. Вот так вот. Я-то теперь могу вот этот вот синий ящичек с собой забрать. Я у меня... О, вон, а теперь там табличка появилась. Я хочу все-таки взять хотя бы разок две таблички. Ну, то есть все таблички, которые есть на уровне. Как мне это сделать? Блин. Они, короче, просто зафейлились. Они просто зафейлились. Наверное, опять неправильно. Нет, нормально. Нормально, все замечательно. А если я... Все, я понял, все, я понял, все, я все понял. Ну, как раз я возьму табличку, и мы на. И мы пойдем уже напрямую туда, куда надо и как надо. Наверное, так. А, еще есть табличка. Ну ладно.
Почему я беру табличку так? Потому что если я пойду через... через низ, то как бы я не смогу ее... Вот. То я бы ее просто не смог снизу пропихнуть вот сюда вот. А теперь так я смогу. Открыли дверьки. Ага, и тут мы, короче, пришли. А ну. Ага, понятно. Нет, я хочу вверх. Я хочу вверх. 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 Что-то не то. Мне надо как-то вверх добраться. Для того, чтобы забраться вверх, мне надо перетянуть сюда все три... Все три вот эти вот... как бы их назвать? Ящика. Я ж понимаю... Только так я смогу их взять. То есть, ну, только так я смогу добраться вверх. Что за головоломки такие-то? Чересчур заумные. Ачивку даже какую-то дали. Нифига ж себе. Ага, а почему там тогда дверь закрылась? Мне надо было бы, наверное, ящичек один хотя бы или три с собой взять, да? А что, ты прыгать не умеешь или что? Вот, он забрался сюда. Это мне типа должно помочь, походу, да? Ага, это значит, я там должен именно главным героем выйти. Хорошо. О, я вижу там табличку. Да что ты? Я не буду заморачиваться, просто его гранатой жахну. Подожди, подожди. Вот, есть табличка. Я взял все таблички на этом левеле. Круто. Это единственный левел, где я взял все таблички. Глава 12? Ого. Ладно. Я тогда, опять же, закончу на этом месте. Всем вам спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. И всем пока.